когда слушаешь эти песни, чувствуешь, там не просто душа, а человек свой жизненный опыт просто хочет подарить людям. Понимаете, слушая эту песню, становишься выше, чище, и хочется сразу жить. Поэтому этот клуб у вас, да? Или как он называется? Театр. Театр. Занимается очень полезным делом. Делает все необходимое, чтобы людям было легче жить. Особенно в наше тяжелое время. Я этому клубу желаю процветания, счастья и как можно больше поклонников и слушателей. С большим уважением. Было очень приятно с ними познакомиться. Глущенко Галина Сергеевна, город Москва.